Итак, Blender 2.79, продолжаем долбить танковую систему World of Tanks. Давайте в этом ролике попробуем именно сделать так, чтобы когда закончились патроны, находим магазины, ну именно магазин с патронами, и прибавляются патроны у нас опять. Собираем артефакты. Так, сейчас я сцену опять поставлю предыдущую. Итак, вот прошлая тема. Нажимаем английскую P, высвечивается 30 патронов, стреляем, они заканчиваются и типа game over. Надо добавить теперь сюда какой-нибудь артефакт, который будет добавлять нам эти патроны, а танк будет их собирать. Escape. Здесь вот панель можно вытянуть. Здесь колесиком чуть-чуть уменьшить. Ну и смотрим. Так, что нужно сделать? Нужно добавить какой-нибудь магазин. Смысл тут вот в чем, что иногда вы делаете все правильно, или может быть у меня вот в этом вот в компьютере, в блендере только такая фишка, но не получается, что-то не стыкуется, хотя все соединено, все правильно, и начинаются какие-то неполадки. Так что давайте этот ролик пусть будет так, как получится. Будем смотреть, что тут не так. Так, погнали. Теперь можно, вот именно я сделал магазин. Сейчас покажу вам. Опс-формат. Ящик с патронами. Вот так вот он выглядит. Вот таким вот образом. И вот должен танк его подобрать и пополнить свой запас. Так, тройка на нампаде. Немножко магазины можно опустить вниз. Пусть вот здесь вот постоят. Ну и теперь нужно сделать вот такие вот штуки. Нажимаем на магазин и добавим ему именно столкновение. Столкновение. И добавим здесь именно правка объекта. Правку объекта поставим удаление объекта. При наезжании на него танка объект должен исчезнуть и патроны приписаться к нему. Теперь сюда нужно добавить, так давайте сначала танк включим и добавим танку физику, именно персонаж. А вот этому магазину добавим физику, именно сенсор. И посмотрим, теперь нажимаем правой кнопкой мыши на танк, добавим ему вот это вот игровое свойство, назовем его куб. И пока закроем. Вот таким вот образом. Так, что еще тут есть? Нажимаем на наши магазины и добавим сообщение. Добавить именно. Так, ищем сообщение. Случайно сообщение. И вот он должен отправить сообщение, что... Так, три плюсика. Рисуем. Пишем. И Enter. И соединяем. Это сделано. Следом, что нужно сделать? Заходим в сцену, находим вторую сцену и находим вот эти вот наши цифры. 30. Правой кнопкой мыши нажимаем. Добавляем сюда именно сообщение. Пока оставим пустое. И добавим сюда именно так свойства. И свойства так присвоить, а здесь поставим текст, а здесь поставим именно 30 патронов нам надо будет. И Enter. И все это дело вот так вот соединим. Вот таким вот образом. Сообщение, вот тему здесь не обязательно ставить. Если вы ее не поставите, то все сообщения, которые есть, они будут выполняться. Так, что еще можно сделать? Теперь заходим именно в первую сцену и нужно найти вот эту вот нашу пустышку на танке, к которой патроны прикреплены. И вот эти вот все окна можно пока позакрывать, чтобы они нам не мешали. И добавляем сюда тоже сообщение и добавляем сюда свойства. Здесь ставим патроны, а здесь ставим тоже 30 штук.
30 патронов нам надо будет. И теперь вот так вот все это дело между собой соединяем. Так, нажимаем на танк, все установлено, нажимаем на магазины. Здесь вот можно столкновение свойства поставить куб. Enter. Ну и пробуем. Так, это немножко можно уменьшить. 0 на нампаде. Колесико уменьшаем. Ну и теперь жмем P. Вот вы видите, что все вроде правильно установлено, но теперь патроны не уменьшаются. Но если мы поедем, то магазины мы соберем. И магазины не откликаются, именно не прописываются. Давайте решать этот вопрос. Так, нажимаем опять на магазины. Здесь у нас стоит всегда. Так вот на магазины. Свойство куб. Здесь стоит тема 3 плюса. Сообщения отправляются всем вот этим нашим персонажам. Ну, в принципе, здесь все нормально. Так. Следом проверяем именно пустышку. Вот эту. Смотрим, что тут да как. Если напишем, ну, допустим, плюсы поставим, все, 3 плюса, как в сообщении. Смотрим, что будет получаться. Так, вот таким вот образом. Ну и P английское ставим. И никаких движений. Но патроны он также и собирает. Так, что еще? Выбираем танк, магазины стоит куб, попробуем куб вот этот удалить название и попробуем посмотрим, что будет происходить. Ноль на нампаде, английская P. Опять же, стреляем, патроны не уменьшаются. Ну, патроны вот собираются по любасу. Так. Ну, вот такой вот выходит косяк. Если мы сейчас удалим вот этот вот именно магазин сделанный и добавим просто Shift-A, добавим куб, перенесем его куда-нибудь вот так вот в центр. Уменьшим его размер S. Еще немножко S уменьшим. Пусть поменьше магазин будет. Может, из-за размера его что-то происходит. Так, ну и чуть-чуть сюда подтянем. Ну и настроим опять же магазин вот этот. Типа куб. Столкновение добавляем. Пишем здесь куб. Enter. Здесь добавляем опять же свойства, ставим значение, так, уже не присваивается, это нужно решать кардинально. Так, тут у нас патроны, здесь на магазине у нас должны стоять именно так, текст. Так, добавить, не то добавил, правка объекта. Добавить, удалить объект. Соединяем. Теперь заходим и добавляем сообщение. Так, сообщение. Сообщение будет на тему 30. Так. Три плюсика. Отправляем и соединяем. Вот так.
Смотрим, что будет сейчас происходить. Ноль на нампаде, колесико уменьшаем, жмем английскую пи, появляются патроны, но также они не убывают. И вот собираем мы артефакт, а он не прописывается. В чем вопрос, в чем загвоздка? Все установлено правильно, делаю уже не первый раз, частично работает, частично нет. Так, здесь добавлено. Давайте попробуем вот здесь вот поставить строка. Еще раз проверяем. Здесь прописана коллизия, столкновение с кубом, отправить сообщение и при столкновении удаление. Все правильно. Выбираем пустышку. Здесь у нас стоит сообщение. Давайте вот эти три плюсика удалим, они не обязательны. Здесь у нас стоит, так, сообщение, получается присвоить. Ну давайте добавить, поставим патроны и 30 штук. Заходим теперь в игровую вот эту сцену вторую. Выбираем именно наши 30 букв вот эти. Смотрим, что тут. Опять же сообщение. Текст 30 патронов. Ну, в принципе, все установлено. Присвоить. Ну, давайте поставим для эксперимента добавить. Заходим в первую сцену. 0 на нампаде. Уменьшаем. Ставим теперь пи английскую. Вот у нас теперь при стрельбе начали прибавляться патроны, но это уже казус какой-то. То они убывают, то они прибавляются. Если сейчас мы наезжаем на артефакт, он также начинает прибавлять патроны. Ковыряем дальше. Это мы поставили добавить. Значит, надо так присвоить. Поставим опять. Здесь заходим в во вторую сцену, тоже не добавить, а присвоить поставим. И попробуем сцена английская пи. Вот теперь вообще не убывает. И не прибавляет нам патронов. Печально. Значит, тут переключить. Поставим так. Если мы здесь поставим патроны добавить, а там оставим именно присвоить. И попробуем пи. Никаких реакций. Ничего не добавляется. Так, смотрим. Напишем тогда здесь три плюсика в сообщении. Потом выбираем именно пустышку. Смотрим патроны. Здесь вот эти. Давайте, словом, поубираем все вот эти вот плюсики в сценах. Здесь вот не стоит. А здесь вот можно поставить именно на буквы. Так, теперь сцена. Выбираем куб. С кубом вот плюсики, все правильно. Выбираем пустышку. Патроны 30. Здесь ничего не стоит. Ну, дальше поехали. Пи английская. Вот, теперь патроны убывают. И пробуем теперь наехать на куб. Все, патроны добавляются. Есть такое дело. Классно все получается, значит. Здесь добавить, там присвоить, здесь убрать плюсики. В ролике, который я смотрел, было все иначе. Поэтому вот у меня, видать, здесь какие-то были сбивки. Ну, на 10-й раз получилось. Так, смотрим еще раз, что происходит. Ставим английскую пи. Вот такая игра. Теперь мы выплевываем все патроны вот таким вот образом.
У нас получается 0. Мы наезжаем на вот этот артефакт, у нас становится опять 30 патронов. И мы их опять можем выстрелить. Вот такая штука. Таким же образом можно делать какие-то артефакты, поднимать там пистолет, и танк будет становиться в размере больше, допустим, или меньше. Ну, вот такая штука. Вот все выстреливаем. И вот теперь нету артефактов. Можно еще поставить, чтобы они появлялись именно в те моменты, когда вы попадаете по другому танку. Ну, как в Денди. Смотрим в игру Денди, и вот можно такое что-то здесь сделать. Так, Эскей. Смотрим. Давайте попробуем вот этот куб Shift-D продублировать. Shift-D дублируем. И вот так вот Shift-D ставим. Ставим теперь опять же P. Все это мы выстреливаем. Теперь собираем первый куб. Ну давайте вот этот. Опять все выстреливаем. Собираем еще один куб, выстреливаем. И так. А вот с этими кубами уже почему-то проблема, я их не могу собрать. Ну вот с этим тоже нужно. Словом, вот такая фишка. Собираем артефакты. Escape. Вот это все дело опускаем. И повторяем для наглядности. Вот так. Включаем теперь P. Вы видите, где 30-ка у нас находится. Заходим в сцену. Вторую. Правой кнопкой мыши выбираем 30. Жмем S, прибавляем и уводим вот в этот угол ваш. Вот так. Теперь так. Назначим этому делу материал. Пусть будет он красный. Вот так вот. Ну и теперь выходим в первую сцену. Нажимаем английскую P. Материал красным не стал почему-то 30. Смотрим дальше, в чем казус сцена. Заходим в режим объекта, режим правки. Режим объекта. Ламберт. Сцена. И. Буквы также белые. Нужно теперь с этим вопрос решать. Стреляем, все дело уходит. Катаемся. Тут можно камни добавить тоже, чтобы вот так вот пуля попадает и исчезали они. Опять закончились патроны. Собираем артефакт и погнали дальше стрелять. Вот такая штукенция. Все, всем пока, до свидания. Будем еще дальше много информации. Заставка для игры. И добавим тут кустарники. Ну, словом, с которыми нельзя проезжать, где-то стены, которые можно ломать. Ну, все по ходу, потихоньку. Пока.